Здравствуйте, вы на канале Дом Бобра. Сегодня будем говорить о пустых баночках. Много iHerb вперед. L-лизин – такая аминокислота, которую я принимала, когда занималась спортом, от California Gold Nutrition. Конечно, я не увидела эффект от этого препарата. Есть такие препараты, когда ты не видишь и не знаешь, что происходит. Она, в принципе, призвана улучшить метаболизм, улучшить обмен веществ, способствует похудению. Обалденные маски от Petit Fizz, ромашкой, гидрогелевые, разделяются на две части, верх и низ. Супер понравились, заявленное все делают и осветляют, и питают кожу. Они просто отличные, стоят, конечно, не бюджет, 5 в упаковочке, но очень понравились. Можно брать еще, хочу попробовать с агавой. Тоже говорят, очень классные. От Desert Essence вот такие пады, 50 штук, пропитанные маслом чайного дерева. Отличные, конечно, средство такое, можно сказать, агрессивное, очищает до скрипа. Есть слой, который более такой, как скрабик. Очень понравились. Очень интересный корейский крем в большом объеме, From Nature называется, с женьшенем. Отлично подтягивает кожу под глазами, натуральный. Очень понравился, 15 мл, я его очень-очень долго добивала. Классная штука, присмотритесь, продается, кто в Киеве, в сети Исей. Краска Excellence Cream от L'Oréal, я уже не рассказывала. Хорошо закрашивает седину, сейчас формулу изменили, добавили шампунчик на втором этапе ухода, который нейтрализует ужаснейший запах. Теперь она более приятная. Можно брать 10-13, легендарный блонд, как на картинке все, как на палитре, все совпадает, я ей очень-очень довольна. Классическая краска, уже давно на рынке. Вот эту штуку я не поняла, специально оставила вам показать. Уже очень долго у меня она лежит, наверное, больше года. Одна из первых покупок на iHerb. Это такие рисовые, можно сказать, отруби. Добавляются в кофе, клетчатка, что-то такое питательное. Они сейчас на iHerb отсутствуют, их сняли с производства. Но вот эта SunPotion фирма очень дорогая. У них и грибы есть разные, органические. Интересная компания. Этот именно продукт я не поняла вообще никак. От Elf вот такие жидкие тени, я в восторге, уже не раз о них говорила. Работать, правда, с ними нужно очень быстро, и мне удобнее пальчиком наносить. Надо быстренько растирать их по глазу, потому что они мгновенно застывают, а потом просто стираются, либо сходят. Сейчас Elf очень подорожал, я посмотрела на сайте, цены выросли в 2 раза, обратите внимание. Вот такая питая. Драконий фрукт, как еще называют, в сухом виде высушенном. Необычный вкус, очень понравилось, как снэк. Здесь 71 грамм, но было очень много этих штучек внутри. Понравилось, California Gold Nutrition продолжает радовать. Вот такие рожки и конусы для мороженого. Кстати, обратите внимание, что еще есть безглютеновые, они еще дешевле. От Edward & Sons. Очень понравились, очень вкусно, 12 здесь штук, я их из кофе кушала, наверное, лучшее, что было в посылке, очень вкусно, в меру сладко, хрустящие, классные. Вот такой от Benton Essence с муцином улитки, я уже рассказывала, что она мне забила поры, она мне вызвала подкожники, и мне не подходит средство с улиткой. По Бентону у меня еще было средство для умывания, которое мне тоже не понравилось. Корейская компания, очень дорогая, тоже на iHerb заказывала. Не идет. Estima, краска из Евы. Привозят специально из Италии с протеинами шелка, коллагеном и маслом иланг-иланга. Можно сказать, понравилось. Цвета я брала 10-13, бежевый блонд, совпадают, но быстро смывается и видно седину. То есть она очень-очень щадящая. Кому это важно, берите. От Elf вот такое абсолютно бесполезное средство. И консилер, и хайлайтер. С двух сторон, видите, можно использовать. Ни то, ни то, никак. Буду выбрасывать, просто валяется. И, ну, вообще не пользуюсь. Пробую пользоваться, все сходит. Ничего абсолютно не делает. Корректор, консилер не перекрывает, стирается. Обалденная вещь, арахисовая паста с черным шоколадом, здесь 6 грамм протеина,
Это очень вкусно. Я попробовала много таких паст, но это, наверное, одна из лучших. Причем темный этот шоколад, он чувствуется как молочный в сочетании с этим райсом. Мы просто уплетали за обе щеки. Класс. От California Gold Nutrition Foods начали и быстренько закончили 12 снековых батончиков с разными видами орешков. Очень-очень вкусно, можно брать, стоит, по-моему, $14, но стоит своих денег. Очень вкусно, мед, орехи, ягоды классные. Классные, удобно брать на спорт с собой. От MJ Care, это корейская компания, вот такая маска с пептидом Sinaig. Я о нем уже говорила, это синтетический выведенный яд гадюки храмовой, который так нейтрализует, парализует, можно сказать, корректно парализует наши мышцы под морщинками, они расслабляются и разглаживаются. Есть отдельное видео, посмотрите, я здесь вам ссылочку оставлю. И то, что разочаровало, дорогое средство Целодрин, я его очень-очень рекламировала, наверное, всем. Это смесь жирных кислот, которая способствует смазыванию суставов поврежденных. Я эффекта не увидела, к сожалению. Средство не бюджетное. Может, нужно длительнее пропить. Я пропила этот курс и ничего не увидела, к сожалению. Это были все пустые баночки. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь. Обязательно заходите на канал. Всем спасибо. До свидания.